ваши впечатления о Казанском университете? Ну, все очень замечательно. Но я, правда, один день всего был, или даже полдня здесь. Но все очень нравится. Вы когда-нибудь слышали о нашем университете? Ну да, слышал немножко, но тоже немного. Я сейчас, к сожалению, работаю не в России, а далеко в Америке. Ваш взгляд на российскую науку тогда? Ну, замечательно, все развивается быстро и хорошо. Со сложностями, но надеюсь, что все будет нормально. Да. Ваши ожидания от этой конференции? Ну вот сессия, на которую я приехал, это по материалам. Много там интересных докладов. Я с удовольствием послушаю. Там доложусь тоже. Встречи с людьми, с которыми давно не виделся. То есть вы, несмотря на то, что уехали за границу, поддерживаете научные связи с местными? Поддерживаю, может, не так активно, как хотелось бы, но поддерживаю, да. Может быть, есть в планах установить какие-то контакты с казанскими учеными? Пока конкретных планов нет, но если появится возможность, конечно, с удовольствием. Спасибо.